Чтобы решить проблему с парковками в центре города, необходимо предметно изучить ситуацию на конкретных участках. В данном случае это улица Островского. Плотность машин в любое время здесь столь велика, что водители зачастую паркуют свои авто вторым рядом, а это существенно затрудняет движение. Особый случай – крупногабаритный транспорт. В таких условиях, например, мусоровоз просто оказался заблокирован, а за ним моментально скопилась пробка. Сотрудники рабочей группы детально обсуждают каждый дорожный метр. Здесь важно и порядок навести, и учесть интересы автовладельцев. Для этого вместе с комиссией работают представители общественности, которым ежедневно приходится пользоваться данным маршрутом. Необходимость около магазина «Магнит» парковки – это обязательно. Люди приходят, уходят, и здесь должна быть не стоянка, а именно остановка. Может быть, даже знаком это и сделать. Остальные места, которые выступают на проезжую часть, скорее всего, желтая полоса или знак, они не остановят этих людей. И все-таки придется городу как-то поднапрячься и сделать барьер. То есть вот это вот такое мнение общественности. По результатам проведенных рейдов будет составлен новый подробный план, который определит зоны парковок и расстановку знаков. Согласно ему, члены рабочей группы должны обследовать подобным образом все проблемные участки центральных улиц города.